Так, друзья, вот отель у нас. И до пляжа прям буквально 200 метров. Идем на пляж. Вот через такие замечательные кустики. Проходим через туннель под дорогой. Здравствуйте. Здрасте. Идем через туннель. И выходим прямо в конце туннеля на пляж. Вон идут Саша, Маша и Настя. Вот все, мы на пляжу или на пляже, как правильно. Тут есть кафе собственное на пляже. Сейчас оно еще закрыто, потому что 8 утра, никого нет. Вот какая красота. Сейчас у нас будет подводное погружение с камерой. Ну и сейчас я погружусь на дно морское Средиземного моря. И мы узнаем, что же там находится, что за рыбки, что за сокровища скрывает от нас это Средиземное море. Вода очень прозрачная, особенно если прийти туда рано-рано утром. Приходите туда, пока еще никого нету, волны не слишком большие. И вода просто кристально чистая. И очень много рыбы. Вот эта глубина примерно тут 2 метра, 1,5-2 метра, и прямо на территории пляжа тут очень много стаек рыбы. Ну, когда днем уже она, естественно, уплывает, и никого тут вы не увидите. И можно подумать, когда в первый день мы приехали, в обед пошли купаться, никого нету, вода более мутная, ничего не видно. И такое ощущение, что никого нету. На самом деле, здесь очки вон я нашел. На них даже икра чья-то. Много всяких монеток. Сейчас мы дальше увидим. Ну и естественно и рыбки плавают. Я пару раз увидел двух разных скатов у буйков, туда заплывая тоже с утра. Много очень большие стайки пали плавают у прибрежных камней. Вот сейчас мы к камушкам подплывем. Я вам покажу. Чуть-чуть подальше она будет, кефаль. Thank you.
много всяких рыбок на дне. А вон и Санек у нас с синими ластами там высматривает в поисках драгоценностей. Ну, между прочим, мы с ним много всяких интересностей нашли. Мы дали очки и множество монет, и украинские, и турецкие, и евро. Вот этот у нас был рубль, он мне не интересен. Я оставлю его для других туристов, кому он послужит как сувениром. Часы я нашел, правда, с разбитым стеклом. Оставил их на камушке на дне морском, на следующий день вот забрал. Средиземное море, оно более безопаснее, чем Красное море. Например, если вы будете отдыхать в Египте, там нужно быть настороже, там много всяких и морских ежей, и опасных рыб ядовитых. Рыба-хирург может вас попросту порезать немного. Ну, случаев таких я не встречал. Просто надевайте коралки, а в Средиземном море отдыхать просто, легко плавать, вас мало кто тут будет тревожить. Рыбки почти что большинство безобидные. Будут радовать ваши глаза. Вот плавает много рыб, это вот камни, это пирс, как бы построенный для людей, чтобы прогуливались. Он уходит на 200 метров в море. Глубина около него небольшая, полутора, от полутора до 5 метров там на конце, у самого пирса. Ну, там интересные рыбы. Вот под камушки тоже бывают интересные рыбки, не знаю, к сожалению, как они называются, с красивыми полосами. А черненькие — это так называемые рыбы-ласточки. Их называют, хвост у них похож, как у ласточки. Такой же. Вот это я нашел уже украинские, украинские монетки. Тоже оставил себе как сувенир на память. Достаточно много монет я нашел на дне. Ну а вот это заросли я уже уплыл с утра, пока кораблей нет, лодок плавающих. За буйки туда уплыл, и вот такая растительность там вдалеке уже ждет вас. Прекрасные такие зеленые растения, джунгли. Там можно встретить тоже и скатов, и красивых рыб, которые у берега вы не встретите. Сейчас посмотрим этих рыбок. Вот такие черно-серые с желтыми точками на хвосте, у хвоста рыбки с желтыми глазками. Тут же встретил я и скатов двух в разные дни и разных видов. Ну, в общем, много очень интересных всяких красот морских можно увидеть, если взять с собой ласты, маску с трубкой и наслаждайтесь подводным миром Турции и Средиземного моря. Ну, а вот, друзья, и наша кефаль, которую я обещал вам показать. У прибрежных камней плавает стайками. Стаи кефали, будто волна огибают камни. Вот такое видео у меня получилось, снятое специально для вас, про подводный мир Турции, вблизи пляжей, где можно насладиться красотами Средиземного моря у турецких берегов. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, друзья. Жду ваших комментариев. На этом мы не прощаемся. Ждите новых серий про Турцию.
мы продолжаем отдыхать и снимать, все это запечатлять на камеру. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч. С вами был Алекс. И увидимся на канале Алекс и Барси.